сегодняшнего дня эскалаторы на всех станциях метро входят в обычный режим работы. Мы вынуждены были остановить их неделю назад. Это было вызвано требованием жесточайшей экономии. Сегодня мы нашли способ включить эскалаторы на станциях метрополитена, не нарушив общий баланс потребления электрики. Дорогие харьковчане, это не означает, что энергетический кризис, который нам создает российский агрессор, преодолен. Прошу вас ответственно отнестись к потреблению электроэнергии. Нам необходимо экономить электричество, экономить дома, на работе, в местах общественного пользования, на производствах, в магазинах, на рынках.